Jayurata Madhavam Kunjabihari Gopijana Vallabha Kiri Vardhari Jashoda Nandana Vrajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jayaratha Madhava Kunjabihari Gopijana Vallabha Girivaradari Yashoda Nandana Vrajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jayuratha Madhava Kunjabihari Gopijana Vallabha Girivaradari Yashoda Nandana Vrajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jayam Gauranitai 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 Jaya Gauranitai
जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय राधा श्याम सुंदर जय राधा श्याम सुंदर जय राधा श्याम सुंदर जय श्री राधे। जय जय प्रभुपाद 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 जय श्रील प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय श्रील प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय श्रील प्रभुपाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण дорогие преданные, так мы продолжаем пытаться служить Гопалачампу, потрясающему писанию Его Божественной милости Шрила Джива Госвами Прабхупады. Мы читаем Уттара Чампу, главу 30. Кришна возвращается во врач. Разговор начался с утверждений из Пуран, которые всегда приносят счастье. Утром в собрании Нанды и его сына Матхуканты Утром в собрании Нанды и его сына Матхуканта начал говорить приятным голосом об исполнении желания. Ради победы над Кришной Дантавакра поклонялся полубогам и не присутствовал на жертвоприношении Раджасуя. Когда Шишупалу настигла смерть от Судашана Чакры, Дантавакра, глубоко опечаленный, шел словно повозка с двумя сломанными колесами, мучимый горем от гибели других, он, наконец, решил удовлетворить Шиву суровым подвижничеством. Уподобившись Хираньякше, который предался аскезам из желания убить Кришну, бесстыдный Дантавакра страшился могущественной чакры Кришны и, считая, что Кришну невозможно победить, погрузился в раздумья. Когда Кришна уедет из Индрапрастхи, я встречу с ним по пути в Двараку и сражусь один на один. Я буду сражаться с ним неодолимой палицей, которую даровал мне Шива. Безумие своем, думая так, он вооружился той палицей и отправился, как пеший воин, в Матуру. Там он поджидал Кришну, который вскоре должен покинуть Индрапрастху. Дантавакра напоминал оленя, который вознамерился убить охотника. В это время Нарада, помогающий людям избавиться от страданий, появился там по собственной воле и увидел Дантавакру, напоминающего больного человека. Нарада подумал: «Дантавакра неожиданно появился здесь, и он напоминает мне Хираньякшу. Он держит палицу, хотя в глазах его затаился страх. Я устрою так, что Кришна, на чьих коленях пребывает Лакшми, убьет его». Нарада, пыли со стоп которого поклоняются полубоги, никогда не впадающие в страсть, подумал так и посмотрел на Дантавакру, а Дантавакра кинул взгляд на него. Нарада подошел к демону и хитро обратился к нему: «О царь Каруши, если ты поклонялся Шиве, чтобы быть подальше от смерти Шишупалы, тогда оставайся здесь. Почему ты не едешь в Двараку? Кришна устал после сражения с Шалвой и не склонен сражаться. Ты легко одолеешь его, что же ты не идешь в Двараку?» Дантавакра спешно ответил ему: «Ты говоришь как глупец, Шалва вознесся на Сваргалоку». «Клянусь, это не ложь», — молвил Нарада,
Саубха Шалвы сгорела дотла под ударами палицы Кришны, а его железный город обращен в прах. Дантавака сказал: «Если это правда, моя жизнь потеряла всякий смысл». Сказав так, напоминая безумца, не зная, что для него благо, а что нет, он отправился в Двараку. Убедившись, что сердце Дантавакры окутано мраком безумия, смеясь про себя, Нарада, передвигающийся со скоростью мысли по собственному желанию, с ясным умом оказался на поле битвы и встретился там с Кришной, целью всех преданных, после того, как он убил Шалву и все еще жаждал сражения. Нарада рассказал Кришне о Дантавакре, что он подобен Хираньякше. Путешествуя по небу, Нарада увидел Дантавакру, ожидающего Кришну. Кришна уже давно лелеял желание поехать во Врач, и теперь предоставился удобный случай, и смерть Дантавакры была весьма кстати, ведь Кришна обещал вернуться во Врач после того, как убьет всех своих врагов. Он решил ехать и, получив разрешение от всех, приказал своему возничему гнать колесницу со скоростью мысли, отбыв из Двараки. Искусный Дарука гнал колесницу в Матуру с такой быстротой, что никто не мог отчетливо видеть ее, хотя люди видели нечто несущееся на север. Полоска света из Двараки достигла Матуры, и люди говорили, что это, наверное, колесница полубогов. Эта полоска света постепенно растаяла, но ее аура осталась. Ведь Кришна словно солнце осветил всеохватывающую тьму Дантавакры. Дантавакра увидел Кришну, и ему показалось, что это сам Сурья Нараяна. И тут Кришна понял, что Дантавакра решил сокрушить его колесницу своей палицей, направляясь прямиком к нему. Кришна грациозно сошел с колесницы и приготовился убить Дантавакру своей палицей. Однако демон начал кричать на Кришну, а полубоги стали кричать на Дантавакру. Когда царь Каруши ударил Кришну палицей, Кришна отбил ее ударом своей палицы. Каумудаки. Кришна любит развлекаться хоть днем, хоть ночью, но сейчас он был не склонен слишком долго играть, так как жаждал увидеть врач. Мощным ударом ноги в грудь Кришна сокрушил Дантавакру, преграждающего ему путь во врач. Его чакра сполна напилась крови Шишупалы, а теперь Кришна удовлетворил свою разгневанную палицу кровью Дантавакры. Когда Дантавакра покинул свой дворец и отправился в Матуру, его брат Видурадха решил помочь ему, опасаясь, что Дантавакра может погибнуть только от руки Кришны. Возбужденный равный по силе и доблести Дантавакре Видурадха в то же время прибыл в Матуру. Когда Кришна палицей убил Дантавакру, Видурадха как раз подоспел. Если один клоп сгорает в огне, то и другой устремляется за ним в пламя. Увидев брата сокрушенного палицей, тот глупец накрыл его своим щитом, обнажил острый меч и кинулся на Кришну, владетеля диска. «Пусть твое тело останется в этом сражении с мечом и щитом в руках, но если есть ли польза в твоей голове?» Сказав так, Кришна отсек ему голову смертельным диском Судашаны. Искусный воин сокрушил тело своего врага, но не душу, Онанда. Многие люди наблюдали, как души Акхасуры и Шишупалы вошли в тело Кришны, и также души Дантавакры и Видурадхи вошли в его тело. Убив всех врагов, Кришна словно веслом в лодке помог им отправиться в высшие миры. Покинув то место, известное под названием Датиха, у ворот Матуры, направленных к Двараке, где он убил Дантавакру, Кришна, стремясь во врач, отправился в Вишраму. Там он немного отдохнул, омылся и, полностью удовлетворенный, решил больше не использовать свое оружие. Затем Кришна щедро раздал достойным брахманам богатство
из своей сокровищницы, созданной в уме. Поступив так, он был готов пуститься в путь, когда некий странник, направляющийся во врач, увидел Кришну и сильно смутился. Что с ним случилось? Выйдя из реки после омовения, Кришна весь дрожал, по телу его бежали мурашки, из глаз текли слезы, а голос прерывался. Он быстро подошел к тому человеку и спросил: «Где моя деревня?» Путник, к которому он обратился, тоже вошел в это состояние и оставался в оцепенении несколько мгновений. Когда он пришел в себя и мог говорить, Кришна обнял его и залил слезами. Затем явился Гаруда, который приводит в стыд небесные аэропланы, посадил Кришну себе на спину, чтобы перелететь Ямуну, и заставил биться от радости сердца полубогов, прилетевших узреть это событие. Теперь я опишу достоинства жителей Враджа, которые полностью зависели от Кришны. Когда жестокий Шалва прибыл в Двараку и принялся крушить город своим железным летающим кораблем, жители Враджа узнали новости от гонцов и отказались принимать пищу. Они были почти при смерти. Дни и ночи проходили для них, словно на волоске от смерти, и в последний час последнего дня в них едва теплилась жизнь. От того, что посланники были разбиты горем, они не пришли во врач. Путники не приходили известить их о сражении Кришны с Дантавакрой. Так жители Враджа тонули в бездонном океане страданий. Некоторые из них думали, что лучше войти в огонь, другие думали, что лучше утопиться, а иные считали, что лучше зарезать себя ножом, выпить яд или броситься с вершины горы. Когда в Раджаваси впали в полную безысходность, каждый помышлял о смерти. Брахман-жрец в Раджаваси, их верный благожелатель, думая, как же излечить их от этой агонии, обратился к Нанде. «Разве ты все позабыл? У тебя есть же письмо, которое пришло к нам. Прочитай его. В нем говорится, что Кришна скоро вернется. Это письмо спасет всех». Нанда молвил: «А может, враг связал Кришну?» Брахман ответил: «Творец не вправе заменить слова Кришны. Послушай это письмо еще раз». Когда Нанда согласился и все собрались, жрец прочитал письмо всему собранию. Кто же захотел бы увидеть их глаза, подобные облакам, готовые пролить ливни слез на слова жреца, что были подобны майтрам Варуны? Все в Раджаваси внимательно слушали письмо, затаив дыхание. «О, отец! Я не живу в Индрапрастхе или Двараке, я живу в этом письме! И так как я живу в этом письме, храни его всегда при себе, как мое непосредственное общение». Удивительно. «О, отец! Я не живу в Индрапрастхе или Двараке. Я живу в этом письме. И так как я живу в этом письме, храни его всегда при себе, как мое непосредственное общение». Как только письмо прочитали, неожиданно раздался звук раковины Панчаджани с южной стороны дороги от Матуры. Все в Раджаваси тут же устремили туда свои взоры и в изумлении воскликнули: «Победа! Победа! В великом блаженстве!» Они бросились в направлении, откуда доносились звуки раковины, и побежали семимильными шагами. Женщины, дети и старики, забыв себя от радости, бежали в сторону тех звуков, предполагая, что Кришна приехал из Двараки. Слыша звуки раковины, разносящиеся повсюду вместе с грохотом колесницы, и победоносные крики полубогов со Сваргалоки в Раджаваси начали цепенеть. Когда они бежали, они увидели изображение Гаруды на колеснице Кришны и не смогли двигаться дальше. Когда в Раджавасе увидели колесницу,
Они внезапно остановились и тут же застыли на месте, словно деревья. Даже сегодня дорогу, по которой жители Враджа бежали в направлении звуков раковины Кришны, говорящих о его приезде, заставляющих их цепенеть и затем кричать из-за его приезда «Аярава! Аярава!» жители Матуры называют «Аяра». Посреди музыки полубогов, криков «Джая! Джая!» потоков цветов с деревьев желания, жужжания пчел, грохота колесницы на дороге и рева людей. Кришна, жаждущий общения со своими друзьями, повстречался со всеми в Раджа-васе. Благодаря его могущественному присутствию Нанда и все те, кто пришел встретиться с Кришной, застыли и дрожали от экстаза премы, страшась, что упадут в беспамятстве на землю. Только полюбуйтесь на могущество премы. Только полюбуйтесь на могущество премы. Она заставила Кришну тоже оцепенеть в их объятиях и создала праздник безумного ликования. Только полюбуйтесь на могущество премы, она заставила Кришну тоже оцепенеть в их объятиях и создала праздник безумного ликования. Как туча, проливая долгожданный дождь, приносит всем счастье, так и Кришна дождем своей расы принес счастье всем в Раджавасе. Как туча привлекает взор с блистанием, в блистании молнии, так и Кришна притягивал их взоры в своей желтой одежде. Как туча плывет под порывами ветра, так Кришна неотступно продвигался вперед, как туча всецело пропитана влагой, так Кришна был влажным от проступившей испарины. Как туча издает громыхание, так Кришна издавал глубокие звуки сдавленным голосом. Как туча льет дождь, так и Кришна лил слезы. Когда он прибыл, жители Враджа счастливо обняли его. Как лес, сгоревший от летнего зноя, когда накрапывает дождик, начинает заново возрождаться, набухая почками и бутонами, так и волоски на теле Кришны поднялись от экстаза. Дождь нектара пения полубогов, смешанного с дождем слез радости пастухов, и сушил кончики почек деревьев. Видя своих родителей и других постаревшими и изможденными, словно от голода, в темнице врага, претерпевающих острую нужду, Кришна глядел на них широко открытыми глазами и своим прикосновением оживил их увядшие тела. Он стоял и смотрел на них радостными глазами. Затем Кришна выразил почтение своим родителям, брахманам, старейшинам семьи и старшим, а они благословили его полными слез глазами. Кришна обнял их, а они обняли его, а младшие почтили Кришну. Почуяв благоуханный аромат Кришны, подхваченный ветерком, коровы бросились галопом к Кришне, желая служить ему. Их громкое мычание с топотом копыт и звоном колокольчика вместе с сотнями собравшихся пастухов напоминало гром. Когда Кришна ласкал их, коровы жадно вдыхали его аромат и омывали его слезами любви. Кришна стоял среди них и потирал им шеи, а коровы блаженствовали, вытягивая шеи вперед, а из их вымени струилось молоко. Когда аромат Кришны разнесся повсюду, он привлек оленей в лесу, птиц в небе и павлинов на земле, заставив их замереть и превзойти даже собрание пастухов своим преданием и служением. Хотя, узнавая животных по виду, Кришна не узнавал их индивидуально, поскольку они быстро прибегали один за другим. Но, видя их движение, он узнавал их. Кришна также орошал их потоками своих нежных взглядов.
Парнамаси, думая о благоприятных предметах, чтобы предложить Кришне, поспешно подошла к нему вместе с Вриндой и Матумангалом. Она приблизилась к нему и заметила, что он взволнован от встречи с пастухами, страдавшими от длительной разлуки с ним. Парнамаси сказала Кришне приятным голосом: «Успокой свое возбужденное сердце! Твое отсутствие, мое тело истощилось. Я поддерживала жизнь в надежде, что ты вернешься. Матумангала и Вринда постоянно пребывали в блаженстве от того, что ты скоро приедешь во Врадж. Услышав это, Нанда, Яшода и другие поняли, что пришла Паурнамаси. Они радостно смотрели на нее и стояли в стороне, выражая почтение с трепещущими членами и сложенными руками. Со слезами на глазах. Прохладные слезы радости текли из глаз Парунамаси, ее тело дрожало, а волоски поднялись дыбом. Благословляя Нанду, Яшоду и Кришну, жестом руки Парунамаси сказала: «О Нанда и Яшода, вы сдерживали себя во время этой встречи, пусть Кришна отдохнет, когда сердце получает облегчение». Разум успокаивается и воцаряется счастье. Мудрые говорят, что встреча лета и муссона производит нестерпимую жару. Их встреча усиливает жар жизненного воздуха во Вселенной. Нужно лишь подождать наступления прохлады. Поэтому лучше терпеливо подождать в тени облака или дерева и сесть вокруг Кришны. Тогда они сели с Парунамаси под деревом, а Кришну усадили в середину. Упананда и другие упивались блаженством встречи. Шридама и его друзья ликовали от счастья. Вринда с Матумангалом чувствовали себя рядом с Кришной необычайно счастливыми. Ананда и Яшода позабыли о себе от счастья, обнимая Кришну, безумствуя и проливая потоки слез. Затем Парунамаси сказала Нанде: «После отбытия из Индрапрастхи твой сын убил Шалву и Дантавакру. Приехав сюда, он ничего не пил и не ел. Дарука, его колесничий, подобно древу желаний, предлагая вам почтение множество раз, стоит перед вами со сложенными руками. Пойдемте в деревню Враджа, возьмите утварь для омовения и предложите Кришне, чтобы он был счастлив. Затем вечером приведите Кришну источника блаженства». Кришна сказал сдавленным голосом: «Почему вы так взволновались и побледнели? Я убил всех коварных демонов, подобных Дантавакре и Шалве, которые мешали мне вернуться во Врадж, и которых вы предали проклятию. Дантавакра вместе с Видурадхой, перекрывшие ворота в Матуру, убиты. Теперь у нас нет врагов, и все будет благополучно. Пора войти во Вриндаван. Баларама, считая, что я должен вернуться во Врадж, отправил меня сюда. Я попросил его остаться в Двараке, дабы успокоить умы жителей, встревоженных нашествием теперь уже убитого Шалвы. Приведя Балараму сюда и удовлетворив его, я вместе с ним войду во Врадж. Это принесет мне счастье». Парунамаси сказала: «Пусть так и будет, но сейчас ты должен осчастливить всех в Раджаваси. Довольный ее словами и посчитав их достойными, некоторые в Раджаваси решили вернуться домой. Повторяя имя Кришны, они понесли обратно одежду и другие предметы, собранные за долгие годы.
Кришна посмотрел на эти вещи и одежду, которые превосходили одежды полубогов, но затем увидел пояса и наряды жителей Враджа, напоминавших увядшие осенние лотосы, и он печально взглянул в лицо Паурнамаси. Паурнамаси сказала: «Все жители Враджа, как прежде, должны предложить тебе все. Они не могли оставить все драгоценности и коров, которые получили от тебя на Курукшетре, так как преданы тебе одному. Когда ты начал сражаться с демонами, они раздали все, как пожертвование брахманам и полубогам во время жертвоприношений ради твоего благополучия. Когда враджаваси услышали о твоем сражении с Шалвой, они раздали оставшееся у них добро брахманам. Все, что у них осталось, это их тела, которые они поддерживают и предложат, в конце концов, огню. Раздав все свои богатства, чтобы почувствовать облегчение от боли разлуки с тобой, они стали бедными». Обливаясь слезами, Кришна повелел своему колесничему: «Привези красивые украшения и одежду». Затем Кришна со слугами из Враджа подошел к подъехавшей колеснице, где сидел Дарука, и вместе с ним взял с колесницы одежду и всяческие убранства, которым не было числа. Затем он раздал враджавасе одежду, наряды, масло и драгоценные камни чинтамани. Все эти вещи приняли безграничные качества, как и его игры. Благодаря каменям чинтамани Кришна наполнил Врадж прежним богатством, которое жители Враджа раздали, когда он сражался с Дантавакрой, Видурадхой и Шалвой. Он одарил Нанду и других пастухов 8 бесценными сокровищами. Кришна носил все бесчисленные одежды и украшения, подаренные жителями Враджа. И не смотрел ни на какие другие наряды и убранства. Свою чакру и другое оружие вместе с доспехами кшатрия Кришна сохранил в своей колеснице. Затем он попросил у Яшоды свою флейту, посох и павлинье перо. Украсив себя ими, он засиял особой красотой. Своими слезами он изумил Даруку, стоявшего без движений, как на картинке. Те, кто служил, предлагая Кришне различные наряды, быстро достигли совершенства. Те, кто шли к нему, стали непогрешимыми. Те, кто с любящим сердцем пришли к Кришне, уподобились ему. Кришна со слезами на глазах принял их как лучших из людей. Когда Кришна приехал из Двараки во Врадж, и жители Враджа прямиком бросились к нему, дабы избавить его от усталости, они не принимали в расчет, старые они или молодые, и не смотрели ни на какие препятствия. Все позабыли о себе. Когда Кришна приехал из Двараки во Врадж, и жители Враджа прямиком бросились к нему, дабы избавить его от усталости, они не принимали в расчет, старые они или молодые, и не смотрели ни на какие препятствия. Все позабыли о себе. Когда Кришна приехал из Двараки во Врадж, и жители Враджа прямиком бросились к нему, дабы избавить его от усталости, они не принимали в расчет, старые они или молодые, и не смотрели ни на какие препятствия. Все позабыли о себе.
Что говорить о главных жителях Враджа, служащих Кришне с любовью? И что говорить о них, служащих с любовью Даруке? Никто никогда не видел такой любви, с какой они служили четырем коням Кришны. Увидев, как они моют его колесницу, Дарука, тронутый их любовью, замер от изумления. Кришна увидел нынешних жителей Враджа, которые оставались в том же возрасте, с такой же внешностью и характером, когда он покинул Врадж, с намерением убить Камсу, хотя пришло уже много лет. Это неудивительно, так как Кришна медитирует на Врадж постоянно, могло ли время изменить их? Даже время вселенского уничтожения не может изменить Врадж. После того, как Кришна, его отец и другие омылись и надели новые одежды, Кришна сел вместе с ними поесть. Потом он пошел к своей колеснице, плотно окруженной повозками, и встретился там с сотнями своих друзей. Когда Кришна вернулся домой, звучали пение, музыка, и все танцевали. Люди кричали «Джая, Джая», пели ведийские гимны, бросали в небо цветы, издавали радостные восклицания и гремели повозками. Пастухи подпрыгивали от радости, а полубоги, столпившись, стояли подаль. Все в Раджаваси хотели предложить Аратрику Кришне с драгоценными лампадами, созданными драгоценными камнями Чинтамани, но им все никак не представлялось возможности. Все же им удалось быстро предложить Аратрику, которую они раньше провели на дороге по приказу старших. Женщины Враджа во главе с Яшодой набрали пригоршни драгоценностей и на окраине деревни приглашали Кришну пением, танцами и музыкой, и с криками «Джая, Джая!» Своей музыкой они превзошли полубогов и звезды в небе. В окружении тысяч родственников Нанда и Яшода привели Кришну их утерянное сокровище, вернув его обратно из Двараки домой. Кришна смотрел на жилище Враджа, и все казалось ему новым: повозки на дороге, горшки ги, йогурта, дома среди деревьев. Облачившись в пастушескую одежду, подаренную ему родственниками, он сел в собрании, украшенном благоприятными сосудами и мягкой травой. Потом Кришна уделил время для ликующих родственников. Пастухи глазами пили его сладость, ушами наслаждались его приятными словами, а носами вдыхали его сладостное благоухание. Погрузив всех в океан счастья, Кришна вошел с друзьями во внутренние покои увидеть Яшоду, чье сердце трепетало от любви к нему. Кришна успокоил всех родственниц и Яшоду, ожившую с его возвращением. Затем вместе с друзьями он поел и восхвалил все яства и угощения, кои приготовила его мать, плачущая от любви. Потом Кришна с друзьями пошел в богато украшенную спальню. Яшода хотела, чтобы он выспался и чтобы никто его не тревожил. Она подумала о том, как подготовить Кришну к следующему дню, и пошла собирать все необходимое. Слуги Кришны, трепещущие из-за разлуки, превосходно служили ему, ибо в его отсутствии они не теряли время, постоянно совершенствуясь в служении. Когда Кришна наслаждался игрой сна, его сакья-бава удовлетворила всех его друзей. Уничтожив всех демонов, освободив землю от тяжкого бремени и утвердив Индру на небесном троне, Кришна, счастливый, отправился во Врадж. Друзья обняли Кришну, и он лег. Расспросив
их о новостях в его отсутствие, расцеловав их, коснувшись их сердец и тел, он мирно заснул. Друзья обняли Кришну, и он лег, расспросив их о новостях в его отсутствие, расцеловав их, коснувшись их сердец и тел, он мирно заснул. Рассказчик заключил: «О, Нанда, мы двое говорили постоянно, чтобы ты ни на мгновение не разлучался с Кришной, но ты не слушал нас внимательно. Мы говорили об этом без устали, так как мы сейчас говорим только о встрече, радость переполняет тебя». Когда голос Матуканты задрожал от нахлынувшихся чувств, все в Раджавасе сказали: «Мы не знаем, вызывали ли эти рассказы радость или грусть, но вы двое окропили нас нектаром беседы о Кришне. Даже когда он был далеко от нас, и затопили нас сладостью». Друзья обняли Кришну, и он лег. Рассказчик заключил: «О, Нанда, мы двое говорили постоянно, чтобы ты ни на мгновение не разлучался с Кришной, но ты не слушал нас внимательно. Мы говорили об этом без устали, так как мы сейчас говорим только о встрече, радость переполняет тебя». Когда голос Матуканты задрожал от нахлынувшихся чувств, все в Раджавасе сказали: «Мы не знаем, вызывали ли эти рассказы радость или грусть, но вы двое окропили нас нектаром беседы о Кришне, даже когда он был далеко от нас, и затопили нас сладостью». Когда всех членов собрания переполнило счастье, поэты Враджа блаженно запели, описывая возвращение Кришны после гибели демонов: «О Кришна, сверкающим диском, ты коварного Шалву сразил, всех ядовов и дивную Двараку от гневного врага защитил. Нарады, услышав мудрые слова, немедля взойдя на колесницу, ты мчал со скоростью ума, чтобы спасти столицу. Сиянием улицы Матхуры озарив, где был повержен демон Матху, ты с Дантавакрой в бой вступил и победил в жестокой схватке. Под взглядом лотосных очей пал демон, палицей сраженный, и с легкостью вдохнул народ Матхуры, Кришной защищенный. Убив Видуратху на благо вселенной, Ямуну ты пересек без усилий, легко. Ты радость Гокуле принес, несомненно, и лучшим друзьям, хотя был далеко. Ты громко задул свою раковину, и прибежали, столпились вокруг все в Раджавасе, и в счастье волну погрузились, когда вернулся их друг.
Ты даровал любимой матери счастье, их воспаленных глаз ее слезы текли, из воспаленных глаз ее слезы текли ради победы твоей. Все с участием молились за благополучие земли. Ради победы твоей все с участием молились за благополучие земли. Ты возвратился к жителям Враджа, мечтая навеки жить во Вриндаване, и счастьем ты одарил каждого. Слава, слава тебе, о Нанда-Нандана! И счастьем ты одаривал каждого. Слава, слава тебе, о Нанда-Нандана! Сгустился вечер, и Матуканта сказал собранию Ратхи в то время, когда она смотрела на Кришну. Когда Шалва напал на Двараку, все приняли его воздушный корабль за огненное пламя и побледнели от страха. Но если бы всех женщин, кроме прославленных гопи, чьей жизнью был сам Кришна, опалил огонь разлуки с ним, был бы для них обычный огонь чем-то важным. Когда всех женщин обожгло пламя разлуки, во сне они увидели Кришну, приехавшего во Врадж. Они рассказали об этом друг другу. Когда всех женщин обожгло пламя разлуки, во сне они увидели Кришну, приехавшего во Врадж. Они рассказали об этом друг другу, их сердца забились, и немигающими глазами они глядели на дорогу. Когда жители Враджа услышали звуки раковины Кришны, они, забыв о себе, помчались ему навстречу. Гопи же, услышав его раковину, задрожали всем телом и оцепенели, но достигли Кришну в своих умах, словно йоги, не отождествляя себя с телом. Однако подруги усадили их на повозки и спешно двинулись к Кришне. Взгляд Кришны, проливающий нектар, вернул гопи силу и увенчал их жизнь успехом. Как только Кришна коснулся гопи, возликовав, они узнали его прикосновение и тут же повалились в обморок. Но те, кто не упал в обморок, не знали его прикосновений. Если бы этого не произошло, никто бы не узнал силу его прикосновений. Мы можем сравнить состояние гопи и обычных людей. В их переживаниях несоизмеримая разница. Но состояние Ратхи несравнимо ни с чем. Каждое мгновение ее мысли путались. Она то теряла сознание, то куда-то шла, то застывала на месте. Так проявлялись признаки ее экстаза. Когда Кришна захотел войти во Врадж, его колесница была прибежищем для гопи и для него самого, так как никто из них не мог сдвинуться с места, оплетенные лианами взаимных взглядов. Когда пастухи вскричали от радости, а Яшода и другие принялись поклоняться Кришне, гопи задрожали всем телом, застыли на месте, затем плакали, начали заикаться, побледнели, взмокли от пота, покрылись мурашками и упали без чувств. Когда Кришна пошел в спальню с друзьями, гопи подумали: настало подходящее время, если мы не встретимся с ним, мы сгорим дотла. Он приехал во Врадж не для нас высшего счастья. Когда Кришна освободил землю от демонов и вернулся во Врадж, все Враджаваси и Радха неотрывно смотрели на него. Но Ратха смотрела на него немигающими глазами, слезы струились по ее щекам, и все ее тело колотило дрожь. И тут Матуканта, видя, что ночь подошла к концу, заключил: «Во время разлуки ты была связана с Кришной. Теперь же я вижу обратное. Союз кажется тебе разлукой. Я сказал это, не вправе молчать».
И тут Матуканта, видя, что ночь подошла к концу, заключил: «Во время разлуки ты была связана с Кришной. Теперь же я вижу обратное. Союз кажется тебе разлукой». Я сказал это, не вправе молчать. Услышав о минувших событиях от рассказчика, Радха, являя знание Шрути и Смрити, провела поклонение своему возлюбленному и пошла с ним в уединенное место для игр. Так, дорогие друзья, 30 глава второй части Гопалачампу, Уттарачампу, 30 глава называется «Кришна возвращается во врач, закончилась вся слава его божественной милости Шиле Дживе Госвами Прабхупаде, вся слава всем преданным Господа Шри Чайтанья Махапрабху, вся слава Шиле Прабхупаде, вся слава всем Враджаваси Нитайгора Преманонде. Спасибо вам большое.